Сделай сам, как сделать искусственный перец чили своими руками. Для того, чтобы сделать этот перец, нам понадобится такие вот стручки от чистотела. Они растут уже под конец весны. Еще оранжевая или красная краска. Вот что внутри этих стручков. Там вот такие семена. Теперь берем один стручок и красим его. Эти стручки очень похожи на перец чили. Вот что у нас получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите новое видео. Завтра выйдет видео с пранками, так что не пропустите.